Всем привет! Вы на канале Трубка ТВ. И сегодня я снимаю новую серию моего нового сериала My Little Pony Zombie Apocalypse. Ну что, поехали! Сестра, у меня одна очень хорошая новость. Знаешь, какая? О, какая? Мне хотя бы какую-нибудь бы хотелось хорошую новость. Сейчас я быстренько... Подожди. Та-дам! Ой, я там немножко свалила, ну ладно. Смотри, что у меня. Коробка. Красивая коробка. Откуда взяла? Ой, сестра. Если бы это была просто коробка, я бы ее вообще не брала. Это коробка с таблеточками и всякими лекарствами. Лекарствами? Вот именно, сестра. Ты думаешь, это поможет? Правда? Я не уверена, но там должно быть то лекарство, которое нам нужно. А какое лекарство нам именно нужно? Судя по тому, что я читала в интернете, нам нужно лекарство в упаковке голубого цвета, и там написано антизомби. А, ну логично. Ну да, в этом есть какая-то логика. Так, поищи в коробке что-нибудь похожее. Вдруг у нас уже это было, может, нам кто-то уже подкинул это, не знаю. О, очень на это надеюсь. Да, только что-то мне подсказывает, что тут вообще ничего нету. Давай высыпем. Давай. Да, не очень много. И непонятно, это что, во-первых. Что-то я этого не ожидала. Не, сама не ожидала. Таблеток вообще нету. Ничего, сестра, давай тогда, если нет тут нужных таблеток, давай хотя бы на всякий случай, если мы пойдем в путешествие, эти хотя бы таблетки захватим. Кто знает, что может произойти. Да, кстати, я уже нашла наш рюкзак, сейчас бегаю. Вот, наш рюкзак. Как тебе, наш красивый? Ну, неплохо. Довольно-таки большой, думаю, туда все влезет, что нам надо. Кстати, смотри, что у меня есть. Список того, что нам нужно, чтобы не забыть. Я прям как искорка стала все выписать в списке. Молодец. Так, давай все положи туда, и мы пойдем. Давай. Кстати, сестренка, я тут подумала. А если это лекарство не просто достать? В каком смысле не просто достать? Мы же не знаем, будет там продается, не будет. Поэтому на всякий случай я возьму $100. Бери. Вот и все. Все собрано. Ой, ну, давай присядем на дорожку и пойдем. Хе, давай. Так, все, встаем. Так, рюкзак на мне. Ой, пора и выдвигаться. Пора. Ты готова? Я готова. А ты? Я тоже. Пошли. Выхожу. Точно? Так. Чисто. Можно идти. Чик-чик. Все, я закрыла все. Что ж, я посчитала, идти нам не так уж-то и мало. Я бы сказала, даже много. Но мы любим путешествовать, да? Да, любим. А, кстати, не проще нам полететь? Да ты что? Это наоборот плохо. Чем? Когда мы идем, по крайней мере, мы не так привлекаем много внимания. Но когда мы будем лететь, ты ведь знаешь, что зомби-пони есть как бы и пегасы, которые летят. Они первые наведут шум, и тогда уже и земные пони услышат, и нам просто никуда не спрятаться. Блин, жалко, что мои заклинания не работают. Я так бы хотела научиться защищать нас или делать невидимками. Делать невидимками. Это, кстати, уже более реалистично. Что? Ты знаешь, как нас защитить? Кажется, знаю. Как? Скажи. Короче, если ты не помнишь, когда мы были с тобой маленькими, мы изучали магию. Конечно, я помню. Ну так вот, слушай. Есть одно небольшое заклинание, которое нам с тобой поможет быть что-то типа невидимыми.
И, надеюсь, это поможет. Может, они нас даже и не учуяли. То есть, типа, как будто нас не существует. Это поможет, но... Есть одно но. Какое но? Говори. Эффект и длительность этого, так скажем, заклинания очень маленький. То есть, длится это буквально 2 минуты. 2 минуты! Да... Ладно, давай попробуем хотя бы 2 минуты. И использовать его, к сожалению, нельзя часто. 5 раз за день. 5 раз за день? Да это только 10 минут. Поэтому будем идти тихо. А, да-да, точно. Идем. Зайдем? Нет, давай не пойдем. У нас нет выбора. Нам придется пойти. Причем скоро темнее, скоро будет темно. Давай не пойдем. У нас нет выбора. Нам придется. Может, там есть еда? Или лекарство? Да, вряд ли. До лекарства еще идти да идти. А мы даже полпути не прошли. О, боже. Хорошо. Просто пойдем в этот дом. Идем. Ты идешь? Мне стрёмно. Все, давай. Забегай в дом. Забегай, я сказала. Тут. Подожди-ка, подожди-ка. Тебе... Ты это тоже видишь? Это доска тут чужая, в прямом смысле. Она даже не подходит по дизайну. Значит, тут кто-то есть. Да бред. Давай просто уже туда зайдем. Да поняла, поняла. Идем, идем. Пыльно как. Господи, мамочки, ой, мама, ну тут и пылище, тут точно 100 лет уже никого не было. Ну, да, наверное. Фу. Да, нечистоплотные тут живут люди. Ой, понять, фу. Да мне кажется, тут уже 100 лет никого не было. Смотри, какое пылище. Все в пыли. Это же пыль. Я же вижу, там пыль. Ну, я думаю, мы немножко приберемся. Ты уверена? Да. Главное, что это место более чем защищено. Ну, да. Окна есть. Не разбитые. Окна не разбитые. Хм. Скорее всего, кто-то тут жил. Но, скорее всего, вот это пони. Мне очень жаль так делать, поступать с пони, но... У нас просто нету выбора. Согласна, сестра. Давай каким-нибудь образом забаррикадируем дверь и устроимся на ночлег. Ну, по крайней мере, все. Вот что будем делать. Да. Ты это тоже слышала? Да. Да! Что это? Что это? Руки вверх! Господи! Ты кто? А ну-ка стреляй! Пш, не надо! Не надо! Вы не зомби? Ты не зомби? Кто ты такая? Ай, господи! Не подходи ко мне! И ко мне тоже! Вдруг ты заражена! А вдруг вы заражены? Мне кажется, мы как-то тупо выглядим со стороны. Ну да, похоже на то. Похоже. Да, да. Странно. Хорошо. Так... Ну хорошо, получается, вы не заражены обе. Ну да, мы вообще принцессы. Принцесса Селестия? Принцесса Луна? Это вы, что ли? Да, а что, не похоже? Ну, так скажем, да. Да. Просто я тут уже долго живу и уже чуть-чуть с ума схожу. Да мы сами с ума сошли. А, понятно.
Ну, конечно же, тогда, как говорится, добро пожаловать в мой дом. Это твой дом, ты тут живешь. Ма, повезло тебе. У тебя домик есть. Ой, да нет, что вы. Нет, это не мой дом. А что ты тут делаешь? Да как вам объяснить? Когда вот это все началось, я очень испугалась. И я жила в городе, а в городе больше всего народу. Я попыталась уехать. Но по пути моя, так скажем, машина все же... Машина? Да, машина. У тебя есть машина? Да, у меня даже права есть. Ладно, потом. Ну так вот, сломалась машина. Мне пришлось ее самой еле-еле дотолкать до вот этого дома. Я увидела этот дом, обрадовалась, как тут на меня напала эта зомби. Она тебя укусила? Нет, конечно. Я осталась жива. А, пришлось, как говорится, отбиться и сбежать в дом. Теперь я тут живу, пытаясь выжить. Иногда ищу еду поблизости. А так, вроде же живу. Так у тебя еще машина есть? Да, недалеко отсюда. Это наш шанс выжить. Пойдешь с нами? Куда? За лекарством. Конечно, конечно, пойду с вами. С удовольствием. Но, думаю, это мы оставим на завтра. Да, это на завтра. Ребята, если вам понравилась эта серия, то поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новая серия этого крутого, мега-бомбезного, супер-крутецкого сериала. И обязательно напишите в комментариях, доверяет ли нам этой пони, или все же она слишком подозрительная. Вдруг она заражена. Обязательно пишите в комментариях. И поставьте лайк. Всем пока! 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 Жми на пол.